По словам самой Юлии, постоянным источником вдохновения для нее всегда остается родной город Сочи с его неповторимыми оттенками. Ивановой вновь успешно удалось продемонстрировать авторский почерк. Это графика силуэтов и чистота линии, рождение красоты из деталей и сочетание элементов, присущих больше мужскому костюму, с плавностью линий, соответствующих женской фигуре. Наметившейся тенденцией нового сезона Юлия считает любовь к русскому стилю, который явно читается в силуэтах летящих сарафанов, многослойности образов и обилии декора и аксессуаров. Яркая обувь для коллекции была изготовлена по эскизам Юлии сочинскими мастерами. Коллекция не оставила равнодушными всех гостей показа. Среди них модельер Вячеслав Зайцев. Он высоко оценил коллекцию, созданную в сочинском доме моды.